Российская футбольная сборная радует своих поклонников в отборочных играх на чемпионат Европы. Выиграли третий матч подряд и еще на шаг приблизились к завоеванию заветной путевки в финальную часть турнира. На выезде против команды Молдавии наши футболисты одержали победу со счетом 2-1, и далась она нелегко. Теперь осталось сыграть дома с Черногорией. Чтобы выйти из группы со второго места и попасть на Евро-2016 напрямую, нашим футболистам достаточно ничьей. Решающий матч нашей сборной в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Итак, понедельник, 12 октября, Россия-Черногория. Начало в 19 часов. Не пропустите.